Сергей Кириенко как-то очень активно использует слово «война». Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Сергей Владиленович, а вас давно случайно не проверяли правоохранительные органы? Мы обязательно выиграем и эту войну. Вы знаете, что вообще-то за слово «война» у нас положен административный протокол. Вот ту самую психологическую, информационную войну. Второй раз скажете слово «война», можете и в тюрьме оказаться. Для этого нам необходимо, чтобы это была именно народная война. Закон-то свои почитайте. Какая война?